себя вне музыки. Сначала была детская музыкальная школа номер 2, потом Сочинское училище искусств и Гнесинка. Попасть в Академию музыки, где конкурс 10 человек на место, было действительно сложно, но за короткое выступление смог убедить профессионалов-педагогов. Концерты Владимира Юрасова сегодня – это благодарность за веру в него. Каждый этап своей жизни я получал то, что мне нужно было. В музыкальной школе я получил какую-то любовь к музыке, которая меня направляла в дальнейшем действительно всю жизнь. В училище я получил базу, основу, благодаря которой я смог вырваться дальше. А в вузе я получал уже мастерство, которое дало мне возможность стать самостоятельным музыкантом. Рояль Бихштейн – любимый инструмент музыканта. Это непревзойденная чистота звучания, говорит Владимир. В Москве он тоже играет на немецком королевском инструменте. Кстати, в Сочи молодой музыкант с сольным концертом будет выступать уже второй раз. Чем нас удивит на ближайшем концерте Владимир Юрасов, будет, я думаю, не только его педагогам интересно узнать, но и слушателям, которые уже полюбили этого исполнителя. Тем более, что программа просто прекрасная. Бетховен, Моцарт, Шопен – это все такие имена, которые не нуждаются ни в рекомендациях, ни в каких-то особых рассказах. Поэтому с огромной радостью приветствую молодые таланты в родном городе. Концерт из цикла «Рояль Бихштейн» состоится в пятницу в 19:00 в Сочинском зале органной и камерной музыки. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.